And right now I would like to invite a special person, Mr. Yuri Kasparov, Black Diamond from the Russia. Я хочу пригласить Юра Каспарова, черный бриллиант. Вы слышите меня, Майкл? Да, мы тебя слышим. Уже давно мы не виделись. Последний раз мы виделись во Вьетнаме. Ты как? Очень хорошо, прекрасно. У нас прекрасный Новый год. Я говорил, что я стану черным бриллиантом. Год назад я сделал это. Поздравляем тебя. Хочу задать тебе несколько вопросов. Очень рад, что ты с нами находишься сегодня. В первую очередь, я хочу спросить у тебя, как ты начинал сетевой маркетинг? Какая твоя история? Хороший вопрос. Я постараюсь быть коротким. Я уже 33 года в этой индустрии. С моим другом Филиппом, мой коллега. У нас похожая очень история. Мы начали Amway Global. Он начал 35 лет назад, я 33 года назад. И так начался мой путь. Мне нравится помогать людям всю мою жизнь. Мне нравится помогать людям. И когда миллиардер мой, Декстер Ягер, сказал мне, что у меня большое сердце, и я забочусь о людей. И это то, что я делаю каждый день. У меня нет работы, нет магазина пиццы или ресторан. Я только понимаю пассивный доход. Это то, что я понимаю, это то, что я делаю. И я очень успешен. Конечно, ты успешен. Ты достиг черного бриллианта за такое короткое время. Но это все, Юра говорит, конечно же, я стану рояльным амбассадором тоже. Я тебе верю, Юра. Мы говорим о бизнесе, что мы решаем проблемы. Мы лидеры, мы решаем проблемы. Итак, как вы справляетесь с проблемами, которые, если все не происходит так, как хочется? Хороший вопрос. Знаешь, я выучил систему успеха у легенды, мой ментор, у Декстера Ягера. Тут плохая связь, непонятно, что он говорит. Я своих дочерей послал в частный университет, и я потратил много денег на это. Это была их мечта. Стал доктором. Медицинская школа стоит многих денег. Если кто-то говорит «нет» на эту возможность, я уже... это самая лучшая возможность, которая только есть. Доверьтесь моему 30-летнему опыту. После моего большого успеха Mavic Global меня пригласили в больше чем 100 компаний. Мне посылали лимузин, мне оплачивали билет на самолет. Я проверял все эти компании. Они хотели мой опыт, мой совет. Некоторые хотели, чтобы я говорил на разных мероприятиях. Я говорил в таких мероприятиях, на которых было более 25 тысяч человек. Брайан Трейси, Зиг Зиглер, Джо Максвелл, Зиг Зиглер, Роберт Киосаки, я с ними выступал на одной сцене. Пол Пилзер, также другие. У меня есть очень много книг за мной с подписями. Я знаю систему успеха. С высших людей от нашей индустрии. Не берите ничего личного. Просто говорите следующее. У нас есть миллиард
людей вокруг нас, и они ищут возможность. Каждый ищет возможность, особенно сейчас, когда экономика, она внизу. There's a lot of traditional business get bankruptcy, so they're looking. So we have to be open-minded. Многие традиционные бизнесы, они испытывают банкротство, они смотрят, они ищут. И мы должны делиться. Когда мы делимся, то мы заботимся. Я сказал, если люди узнали, я уже 7 бриллиантов создал, в этом году я создам еще 50 бриллиантов. Я хочу стать, как мой друг, рояльный амбассадор. Это моя цель. В этом году я говорю своим лидерам команды, если ваши соседи узнали, что у вас есть лучшая возможность, и вы не делитесь от этого, почему? Некоторые люди, они боятся приглашать. Но вам нужно видение, вам нужно иметь открытый разум. Почему вы не делитесь? Почему боитесь? Когда вы преуспеете, они вам скажут, почему не поделились со мной, и что вы скажете тогда? Я понял еще очень давно от Декстера Ягера, легенда, он сказал, что вы можете выбрать успех, либо же вы можете выбрать отговорки, но вы не можете выбрать и то, и то. Поэтому я думаю, что все, я верю всем сердцем, 10 дней назад человек пришел в офис, стал бриллиантом за 2 недели. Он видел мою фотографию на стенке офиса в Дубае, и он говорит, я тоже так хочу. Он понял, что если он бы начал еще в прошлом году, то он уже был бы там на стенке. Но он не начал, он потерял год. Сейчас он звонит мне каждый день, он просит делать вебинары, презентации, он звонки, просит, чтобы я говорил с его командой, встречался с его командой и помог ему стать бриллиантом за 2 недели. Я теперь говорю всем, успех — это выбор. Успех — это выбор. Вы архитект вашего будущего. Уходите подальше от людей негативных и слушайте ваших аплайнеров. Я еще давно узнал, что ассоциация очень важна, поэтому если вы будете слушать ваших наставников, то вы были тоже успешными тоже. Каждый день я делаю вебинар, и я обучаю людей, как это делать. Замечательно. Это замечательный совет. Много чего говорил, что лучше не бояться делиться, чем потом иметь отговорки позже о них. Это классное вдохновение. Я хотел бы очень-очень поблагодарить тебя. И я жду, не дождусь, пока ты еще на выше рамки поднимется. Поверь мне, я буду. Я хочу всем напомнить, что мы работаем вместе одной командой. Поэтому я сижу с моей футболкой Immortals.
Я всем напоминаю, что мы все работаем как одна команда. Командная работа делает нашу мечту реальностью. Я скоро вас увижу всех в Будапеште. Thank you very much, Yuri, for all your job, for your dedication and commitment, and thank you very much for joining us on this call. Спасибо большое, что ты с нами в этом звонке. 2024 будет лучший год в твоей жизни. Хочу сказать Филиппу привет. Хочу сказать ему привет, добро пожаловать в нашу семью. Я очень рад, что он здесь. У него есть огромный опыт. Мы можем использовать его опыт. У нас будет компания 5-10 миллиардов долларов. Это моя цель. Добро пожаловать, Филипп. Прекрасно, спасибо большое. Global Star Club. Возможности безграничны.